Всем привет, дорогие друзья, с вами Мистер Ник. Сегодня мы делаем очередной обзор по игре Волейбол 3D. Вы ее можете найти в Google Play. Весит она мегабайт приблизительно 30. Так, давайте немножко разберемся, что тут. Тут скин, волосы. Ну ладно, сейчас посмотрим. Так, цвет кожи. Давайте будем где-то вот таким. Так, волосы у нас будут. Такие пусть будут, наши остальные платные. Вон голубые глаза. Вот такая вот форма. Сейчас тут надо выбрать страну. Попробуем найти Россию. Хотя... Вот, Россия есть. Так, что это тут такое? Ну ладно. Это нормально. Давайте начнем игру. Посмотрим, что у нас тут есть, как играть тут все. Посмотрим сейчас. Так. Что сделать тут надо? Так, мы выбили мяч. Ваут. Это, в принципе, как-то не очень. Давайте попробуем еще разок. Что-то она немножко подлагивает. Я сейчас не могу понять, что тут надо сделать. Но походу мы уже упустили подачу. Чем нам дальше делать? Мяч же вроде бы упал, по идее. В принципе, какая-то игра непонятная. Давайте попробуем еще раз пройти обучение. Мы забили гол. Классно. Уже 2-0. Что-то не могу понять. Так, походу мы чуток перебросили. О. И чё ж они стоят? Четыре ноль уже. Не могу я понять, почему у нас одна из попыток постоянно, походу, не засчитывает. А не, вот, засчиталась. Оп. Походу, я чуток понял, как играть. Так, вот мы подъем такие чистые. Давайте вот сейчас в бок подойдем. О, нам гол забили. Ничего себе. Так, я не могу понять. Почему нам сейчас так забивают сильно? Что за бред? А чё, мы за двоих, что ли, играем или что? Это просто какой-то ужас. Ничего не понятно здесь, в принципе. О!
Так и не отдает, так. А, тут, походу, еще в нужный момент надо отбить. Вот, приблизительно, сейчас попробую. Нет. Я проиграл, давайте еще разок попробуем поиграть сейчас. Против той же команды, я хочу их выиграть. Надеюсь, у меня это получится. Тут, я как понял, есть сезон, и игра вообще на прохождение идет. Так, сейчас посмотрим. О, отбили. Все. Вот так вот лучше. Так. Сейчас мы их попробуем выиграть. Чё вот наш морозит, так я не могу понять. Ну, пошло. Сейчас они нас будут тут делать. Что за фигня? Что за бред? Даже не знаю, как тут отбивать. И вот куда вот он убежал, я не могу понять. Просто тупость какая-то. Во, отбили. Хоть что-то. Наконец сейчас подавать будем. Может, хоть очков заработаем чуток. Почему наш, ну, игрок, который играет за нас, почему он постоянно спит? Второй раз уже я ему подаю. Он два раза уже спал. Хорошо, что хоть сейчас нормально все произошло. Хоть не в сухую они, но дернут нас тут. Что это какая-то игра-то, в принципе, баганая. Он сейчас вообще заело все. Придется опять, походу, выходить. Сейчас давайте последний раз попробуем сыграть. Надеюсь, у нас тут, блин, хоть раз получится их выиграть. Так, мы подали. О. Почему он ставит блок? Интересно, у нас как-то возможно блок поставить? О, наш что-то опять лоханулся. Так, уже 1-0. Ой, 2-1. Мы проигрываем чуток. Сейчас нагоним, наверное. Так, идеально. Отбили им. Так, уже 2-2. Сейчас мы, мне кажется, выиграем. 2-3. Два, четыре. Что-то нам так прят. 2-5. Мы прям выиграем в ударе сегодня. Не знаю сейчас, до скольки будет игра, но пока что у нас разрыв есть. 5 очков разрыва. Это порядочно так. О, отбили. Хоть поинтереснее сейчас будет играть. И то. Похоже, знаете, такое ну, человек как бы два, как будто команда сдалась полностью. Обычно это бывает только в реальной жизни, что, например, начинают проигрывать и все, и сдаются уже, даже не стараются ничего сделать. Вот у них чуть не была вот такая вот ситуация только что. Почему я не могу понять, наш не хочет отбить? Хотя давайте попробуем сейчас играть за двоих. Ну ладно, может быть, тут за двоих как раз и играть не надо. Так, подаем наверх. Господи. Уже разрыв не 5 очков, а 2. Так. 9-6. Если до 10, там у нас сейчас есть шанс выиграть. Но они отбивают мяч, к сожалению.
Во. 10. До скольки тут тогда игра, если не до 10? Все, до 11, мы выиграли. В принципе, игра, как вы видите, такая довольно-таки понятная. Но в управлении немножко есть какой-то тут дефект, типа. Но, в принципе, если немножко поиграть, то разобраться можно. Также пишите в комментариях, по каким еще играм делать обзор. Так как уже скоро в новинках все игры ближайшие закончатся и пойдет одна туфта. Так, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Если вам понравилось видео, то делитесь им с друзьями. На этом все. С вами был Мистер Ник. Всем пока.